Торжественная линейка 1 сентября в Измаильском технику механизации и электрификации сельского хозяйства началась с поднятия государственного флага и минуты молчания в память о всех погибших наших согражданах. Одно из самых престижных аграрных учебных заведений Украины в этом году отмечает 60 лет со дня основания. На линейку были приглашены одни из первых выпускниц техникума – Варвара Максимовна Желева и Зинаида Степановна Урум, которые вспоминали о своих студенческих годах. Символический студенческий билет получили ребята, отлично сдавшие вступительные экзамены, а огонь знаний зажгли студенты-старшекурсники. Хлебом солью приветствовали первокурсников, а их в этом году 5 групп. Под общие аплодисменты они проследовали в аудитории, где состоялся их первый урок в стенах Измаильского техникума механизации и электрификации сельского хозяйства. В прошлом учебном году техникум прошел процедуру аккредитации. Получил лицензию Министерства образования, которая дает право на выпуск специалистов последующие 5 лет. Наши специалисты получают документы государственного образца. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».